На радости жизни можно посмотреть в Чувашском художественном музее. Выставка Алексея Альфонса с таким названием работает там в эти дни. Сейчас художнику 80, а студентом художественно-графического факультета Чувашского педуниверситета он стал в 35. В то время Алексей Альфонс уже был женат и имел 3 детей. Жить на стипендию впятером невозможно, так что пришлось перевестись на заочное отделение. На первом месте, наперекор своей особенной и, кстати, настоящей фамилии, всегда была семья. Его выпускная работа так и называется. Семья, кстати, продолжает дело. Вот мастер смотрит на нас с холста в пути. Автор – его внучка. Мой дедушка – это мой первый учитель. Все началось с него. Помню свое детство, когда я приходила к нему в дом деревенский, у него там большая мастерская, дом полон картин, этюдов с натуры. Он включал нам классическую музыку, пластинки. Мы вели с ним беседы такие о творчестве. На выставке работы разного времени и, судя по составу, его любимые жанры – пейзаж и портрет. Он с удовольствием, очень красиво пишет Чувашию, пишет свою землю Янтиковского района. И пишет своих близких, родных. Выставка называется «Радости жизни». Что под ними понимает художник, становится понятно, если обратить внимание на название картин. Например, «В деревне» или «Скоро зима». И это прекрасная жизнь, прекрасные люди, прекрасные животные. Хочется работать, любоваться, разговаривать. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Расиль Мухаметов. Республика.